Всем здорово, ребят. Это просто жесть. Я, знаете, я думал, что я видел все, но одна акция просто иногда удивляет и удивляет IDG. Вот я не знаю, как это назвать, но это просто писец. Полный причем. Я сейчас вам зайду на один сервак и просто покажу. Я не знаю, это или бред, или это реально очень круто, что они именно так своих игроков благодарят, но это просто аут какой-то. Одна и та же самая акция. Сейчас я ее найду. Вроде казалось бы, смотрите, блин, посмотрите на плюхи. Ну, плюхи крутые. Ну, это реально писец. Посмотрите внимательно, что я сейчас буду здесь делать за пару минут. Смотрите, опа. Смотрите таймер. Следующие награды. То есть таймер следующей награды 2 минуты. Карл, это как? Вот объясните мне, как это? Сколько это плюх можно за сегодня, за это время собрать? Ну это просто жесть. Честно скажу, я в шоке. Каждых 2 минуты просто заходите, щелкаете и собираете полностью весь календарь. Я не знаю, сколько здесь времени на это все уйдет, но, блин, ну вот просто жесть. Вот как это назвать? Я отключу музычку. Я в шоке. Вот честно скажу, я в шоке. Каждые 2 минуты ты заходишь и забираешь плюхи. То это ну не то что нереально, это просто не верится в это. И за сегодня, по сути, я соберу дофигище всего. Я не знаю, сколько времени, где у меня будет ограничение. Сейчас посмотрим. Но это просто жесть. За один день, через 2 минуты, будет следующая награда. Я даже не знаю, как это назвать. Возможно, тут, наверное, по линейке будет, скорее всего. Ну, посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нет, тут что-то дофига. Ну, смотрим, забираем плюхи, посмотрим, докуда нас пустит. Вот это действительно круто. Я понимаю, не каждых 6 часов. Я вот ради такого каждых 2 минуты бы заходил, наверное. Если бы это было на каком-то сервере нормальном, где можно нормально потрешивать. Что я могу сказать? Это просто какой-то трэш. Интересно, где будет стоп? Я не думаю, что они дадут эти все плюхи забрать. Интересно, где мы остановимся? Каждых 2 минуты. Так, а ну посмотрим, где повторяются плюшки. Получается, 10 самоцветов, опять 10 самоцветов, 10 самоцветов. Самоцветов, и дальше пошло 4. Ну а где оно останавливается? Блять. IGG вот просто не перестают удивлять. Я не знаю, если оно так полностью дает всю строку забирает, то это просто какой-то трэш. Знаю, вот это вот действительно, что круто. Даже круче, чем ну я не знаю, несмотря на то, что там сумки Зефира и Наймы. Мне интересно, ли заберем мы верхние плюхи. Но круче даже, чем на немке. Я могу сказать, может тут по 4 плюхи сразу можно забирать. Сейчас проверим. Ну, открывается следующее пока, по крайней мере. Это сделано, называется, для людей. Ты можешь играть там, поиграл. Ну, тут у меня аккаунт, я на нем не играю, то есть тут нифига нету. Но если вы играете вот таким вот образом, была бы реализация на серваках, я думаю, люди бы сидели и собирали эти плюхи. Каждые 2 минуты, по сути, ты забираешь плюшку. Это реально круто.
эти следующих 2 минуты я уже могу забрать вот эти вот плюхи. Это что такое? Это типа можно целый день просидеть и забрать полностью, получается, все? Еще не в одном экземпляре. Просто что-то нереальное. Идем пока будем смотреть, как нам плюхи приходят. Посмотрите. Просто кайф. Вот, кстати, с рекламой на АЭС-сервере просто жесть. Там, получается, они не имеют везде рекламы, потому что iPhone просто не пропускает, Apple не пропускает такую рекламу, как на Android. Это возможно через Google Play. И получается, у ребят нету возможности найма героя за просмотр рекламы. Это запределье фарм. Тоже они не имеют этой возможности. Тоже печально. Ну, много-много, конечно, они теряют. Плюс, считайте, кто за найм, можно, помимо того, что вы героя здесь получите, вы можете с квеста открыть, получить дополнительно 150 самоцветов. Как-никак, для бездоната это однозначно плюс. Так, где-то я уже опять эту акцию потерял. Ну, я не знаю, как это назвать. И вы просто заходите и за день забираете, по сути, все плюхи. Возможно, верхние плюхи один раз в одном экземпляре. Но видите, с 21 по 29. Я вот просто не знаю, или это все сразу можно забрать, или надо подождать хотя бы пару дней. Я не знаю как. Ну, вот, смотрите, забираем 5-ю плюху. Пошел еще дальше. Каждых 2 минуты ты себе можешь что-то забрать. Ну, это, конечно, круто. Причем повторяется 2, 3, 4 раза. 4 раза повторяется. И самое основное, что не надо сидеть каждых 6 часов. Вот ты сел, через каждых 2 минуты зашел, забрал. Но если оно и дальше вот так вот продолжается, я сейчас попробую пособирать, то это, конечно, ребят, очень весело получается. Даже немка просто нервно курит в сторонке по сравнению вот с такими вот плюхами. Не знаю, правда, где оно закончится, но я не думаю, что 4 подряд можно. В общем, сейчас я протестирую и покажу вам результат. Ну что, ребят, вот и дошел я до конца линии и того, что мы имеем. Мы имеем, по сути, неплохо. 8 призов. 8, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, не 8, а здесь у нас 7 получается. 3, 3, 7 призов за один день. Вот такой вот вариант офигенный просто. Вот просто круто реализовали, вот это вот сделали реально для людей. Потому что ты зашел, потратил там 10-15 минут, пока фармишь, что-то зашел сюда, понатыкивал там, либо полчаса, забрал плюхи. Но, блин, посмотрите, сколько плюх, ребят, за один, по сути, день. Не каждых 6 часов захотеть, не раз в сутки даже. Вот зашел... Вот тоже, по сути, раз в сутки зашел, пофармил, понатыкивал. Но зато посмотрите, сколько, блин, плюх. И это реально мы все забираем. Это не то, что вот реально эти все плюхи к нам пришли. За один клик, блин. Ну, тут еще плюхи с акции, но это реально все работает. И вот как вот? Вот что на это сказать? Просто тупо каждый день забираешь. Я не знаю, кто на этом сервере. Я посмотрю. Я вас понял. Кто играет? Не, ну, ребят, играют. Доля, мы не так уж и много, конечно, народа, но, блин, насколько круто. Вот та же самая игра, все то же самое, что и на английском сервере, по сути, потому что акции очень похожи. Вот даже с русского этот
И блин, вот круто сделано, вот реально для людей. Раз зашел, нифига себе, третья карта, ребята, это просто трэш. Я не знаю. Я не знаю, это реально крутой сервак. За один раз. В общем, вот так вот. Бигфут у нас есть на аккаунте уже. Первая лего, ребят, первая лего с первой тычки. Ну, что я могу сказать? В общем, такой вот сервер. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.